статистике. За последние 20 лет потребление наркотиков в России увеличилось в 20 раз. Средний возраст при общении к наркотикам – 15-17 лет. Родители, возможно, ваш ребенок уже знает о наркотиках больше, чем вы. Ваш ребенок что-то скрывает и часами пропадает на улице или в клубе. Раньше он легко просыпался в школу, а теперь его не поднять. Он регулярно выпрашивает у вас деньги, выдумывая странные причины. Мамы и папы, пристрастие к кокаину и экстази можно распознать. Это несложно. Обратите внимание, сильно расширенные зрачки и круглые, как у совы, глаза. Гиперактивность организма, резкие ускоренные движения, потребность постоянно двигаться. Постоянная беспричинная эйфория и неадекватно бодрое настроение. Отсутствие чувства голода, сильное желание говорить и учащенный пульс. Все эти признаки могут говорить о том, что ваш ребенок уже вынюхал свою первую дорожку. Не паникуйте, вы можете помочь. Один взгляд, один разговор, одно объятие могут все изменить. Антинаркотическая компания телеканала «Дождь» создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Телеканал для тех, кому не наплевать. Смотрите телеканал «Дождь» в базовом пакете НТВ+, «Континент ТВ», в «Билайн ТВ» и «МТС ТВ», кабельной сети «Акада», а также в ваших iPhone и iPad и на tvrain.ru.